Секретного обороны Российской Федерации. Дирижер, главный военный дирижер вооруженных сил Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Участникам Московского международного музыкального фестиваля «Спасская башня». Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. В программе первого отделения концерта Рахманинов. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром. Исполняет симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации, солист, лауреат международных конкурсов, профессор университета Кемер Сергей Тарасов, дирижер, главный военный дирижер вооруженных сил Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.
Thank you.
Thank you.